Всем привет! С вами канал Арт Мания, и мы празднуем 14 февраля с большим-большим опозданием в кафе Мир Пиццы. Кафе находится у нас в Самаре. Вот так оно выглядит. Большой стол, где креслица. Вот. Сейчас мы с вами меню посмотрим. С самого конца здесь чай по 100 рублей всего лишь. Один чайничек. Это довольно дешево, я так думаю. Соки натуральные там есть. Роллы. Ну, роллы 200 рублей, 250, 300. Здесь детское меню даже есть. Десерты. Разнообразные. Соусы, бургеры, блюда жареные, шашлык из свинины. Вот мы заказали довольно вкусный такой. Горячие блюда. Паста. Первые блюда. Супчики, суп-пюре. Можно прийти и пообедать. Бизнес-ланч даже есть. Довольно дешево. Вот мы заказали сырные палочки. Попробовать. Так, салаты и пицца. Пицца там есть два варианта. Ну, средние как бы и большие. Мы заказали большие. Вот. Ну что же, сейчас смотрят. Так, вот у нас сырные палочки. Обалденно вкусные. Но я думаю, мы с вами попробуем их сделать сами дома. Я думаю, они легко делаются. Причем они прям вот первый кусок кусаешь, они обалденно вкусные. Ну, потом они тоже вкусные, но они не такие мягкие. Так, муж заказал себе хлебушек. Какая-то такая лепешечка. Кстати, она очень такая мягкая, нежная, вкусная. Нам она понравилась. Она полита сверху каким-то маслицем. Женька уже съел. Я с ним там шучу. Была музыка, я свой голос вставляю. Так, это первая пицца. Это Женькина. Не помню там. А, рыбная какая-то у него. Помидорки. Все такое. А, нет, это моя. Это моя. Вот Женькина рыбная. У меня Евика, а у Жени там какая-то другая. Очень, кстати, вкусная пицца на тонком тесте, как я и люблю. Просто бесподобно. Посмотрите, какая тонкая. Какая вкусная. Обалденно. Так, шашлык. Шашлык положили на такую же лепешечку. И я заказала его себе кофе со сливками такими взбитыми. Вот, ну кофе там не очень мне понравился, он какой-то пережаренный, подгорелый, что ли, был вкус. Как-то не очень. Сливки, ну, в принципе, бывает и повыше, и побольше их делают. Немножко даже низко.